Здравствуйте, коллеги и друзья! С вами Максим Гончаров, врач-психотерапевт и директор Центра позитивной психотерапии. Хорошая диагностика – важная составляющая любой успешной психотерапии. Вместе с тем, она не гарантирует, что психотерапия действительно станет успешной. Нужно создать этот процесс, который строится на терапевтических отношениях. И, собственно, создание терапевтических отношений является одной из огромных таких сложных тем в любой психотерапии. Есть клиенты, с которыми очень легко работать. Они делают большую часть работы активно, делают ее за вас, сами ей довольны, нахваливают вас. И, в общем, одно удовольствие. Есть клиенты, которые постоянно выворачивают вас наизнанку. Они ничем не довольны, вы всегда крайний. Они все время вас запугивают и пугают какими-то страшными последствиями, вплоть до суицида. Как с этим быть? Как организовать терапевтический процесс с людьми, которых легче ненавидеть, чем любить? Об этом и о многом другом вы узнаете из нашего продвинутого курса, который включает массу аспектов, которые мы даже не можем сейчас сразу обозначить. Удачи вам, и буду рад вас увидеть на нашем продвинутом курсе.